Что может быть халявнее ядовитого дракона? Особенно когда у вас иммунитет к ядам. Вот и первое слово, которое мне крайне необходимо. Тем временем тяжелая броня уже 40. Совсем-совсем немного осталось. Хотя не скажу, что что-то прямо кардинально поменяется. Черт. Но будет уже поприятнее. Быстрее перемещаться и все дела. Как бы тут быстрее спуститься. Каждый нарт с детства обучается скалолазанию. Жизнь в горах все-таки дает о себе знать. Ну, конечно. Но в целом они не то чтобы прям совсем мало прокусывали меня силовым ударом. Вполне так ощутимо. Хоть прогуляться. Давно не бегал на своих двоих. Это было неприятно. В лоб он мне прописал, похоже. Тролль оказался жирнее меня. Сейчас я все здоровье растеряю по дороге. Так вот оно в Скайриме бывает. Убиваешь дракона, а потом умираешь от тролля. Да,
тролли, они такие. Могут. Особенно если их много. Ну нет, здесь ничего интересного. Иногда я задумываюсь, а не взять ли мне перк на регенерацию. В алхимии. Пожалуй, все-таки нет. Подвести. Ну, куда едем? Да, Вайтран. Залезай в повозку и отчаливай. Держи дракона, лошадь. Теперь главное дорогу не попутать. Едем за вторым словом. Навигацию включить. Да ладно. Не хотела тебя убивать. Так, а чё это я с молотком-то пошёл? Вообще гиблое дело. И там моя шашка. Я надеюсь, я её взял. Да. Это было бы крайне неловко. Сразу. Конечно же, огненный крик.
Можно было взять медитацию еще над огненным криком. Я думаю, она была бы здесь к месту. Так. Самое опасное с двуручниками, их желательно в первую очередь вырубать, иначе ваншотнут. Сейчас как гадость полетит. Нравится мне рук, в смысле лук в его руках. Я тоже умею издалека. Ладно, сейчас разведем на крик. Можно вырываться. Все идет неплохо, подозрительно. Начались там повелители, Драуграф. Вот там есть ловушка. Ох ты ж. Хитрый жупел. А, я не взял с собой бутылочку на сопротивление, да? Какой я? Не очень. Что-то, мне кажется, у кого-то проблемы. Полегче, полегче. Черт. Поиграно. Ладно. Давайте сразу со сложного начнем. Блин, забыл еду. Все мимо. Кнопка. Вот это чит.
Настолько сурово, что даже через стену прошел. Что-то я даже терминатора вспомнил. Как там жидкий сплав мастерски через решетку проходил. Кто там остался-то? Конечно, двуручная. Ах ты ж. Так, ну, с другой стороны было легче. Да, определенно нужно было брать медитацию над криком огненным. Может, даже дособирать его стоит. Сопротивление огню какое-никакое есть. Так, отступаем. Здесь, я думаю, по старой схеме. Это хорошо. На ловушку бы на какую-нибудь не нарваться на обратном пути. Так, а я что, не взял меч? Да ладно. Рука-лицо. Шапку снять. Как так-то? Ах, ну да, тут меня спугнули перед тем, как я...
Что ж, бывает, память-то уже не та. Как тебе мой? Где-то есть. Хорошо быть нордом. У тебя встроенный всегда амулет на 50 резиста к холоду. Это приятно. Разберу или продам. Кому-то эта книжка нужна была. Правда, сейчас так сразу я не вспомню. Ладно, разберу. Неплохо выглядит. Осталось последнее слово. Не скучала лошадь?
Подвести. Враги на горизонте, да? Понимаю. Так, можно пока лошади что-нибудь отдать. Хотя места и так достаточно. А ей не отдать особо. Места-то нет. Все, драконами забито. Я могу от... Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливай. Приходилось бывать в Маркарте? Говорят, его гномы построили. Хотя я... Пора, наверное, в Маркарт зайти хоть раз. К тому же там квест на книгу любви висит. Может, какую-нибудь безделушку перед возвращением домой? Я умираю за свой народ. Боги мои, изгои в городе! Всем разойтись! Наша Маркарта наводит порядок! Никаких изгоев здесь нет! Изгои? Проклятие! Здесь, в городе? Еще одно тело прятать! Боги! Вы все в порядке? Что произошло? Тебе не нужно извиняться передо мной. Еще одно тело. Еще одно тело. У тебя что-то выпало из кармана. Моя? Нет, нет, это твоя записка. Должно быть, выпало из кармана. Я предвидел его действие. Он явно... Я спешу. В чем дело? Явно что-то плохое задумывал. Ладно. Драться умеешь? Я... 100 септимов на то, что я тебя голыми руками уделаю. Вот и чудесно. Поехали. А он первый начал? Что вы смотрите на меня? Стой! Я еще могу драться! Торговая компания. Только вот поставок нет. Изгои нападают на каждый караван. Так что я дальше просто... Дальше мы разберем. Иди своей дорогой. А, книжку-то я забыл взять. Столько ее таскал с собой. Ладно, видимо, потом отдам. Нет, нужно всего лишь до утра подождать. Может, прикупить чего еще? Это таверна Серебря. Вот, посмотри-ка. Люди я... Поговаривают, будто в город прибыл охотник. Дигейна попрошайку вытурили из храма. Добро пожаловать. Если не смогу чего, ты уже знаешь, нет? Хорошо. Она твоя. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Запомни. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Музыка такая приятная здесь. Вот, спасибо. Вот, держи. Я собирала... Нет, не имею ни малейшего представления. Я просто выбирала кулон, чтобы подарить его сестре в имперском городе. Не обращай внимания. Мои родители вечно ссорятся.
В отличие от моего мужа Клеппа, я... Так ты ничего не знаешь об этом доме? Нет. Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Я страж Стендарра. Я как раз сам... Иди за мной и будь... Что ж, все равно спасибо. Приятная у него такая броня. Слышала шум на улице. Это просто рыночная драка. Нужно работать. Эй, ты... Если пришел... Нет, я... Бог, если бы я... Ты не хочешь подзаработать? Спасибо. Когда вернешься, тебя будет ждать звонкая монета. Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Совсем ничего ценного. Зато куча двинарских слитков. Просто две мерзкого оружия. Да ладно. Лучше сразу продам, чтобы не таскаться. Возвращайся, если что-то понадобится. А, кстати. Подожди-ка. Пусть на вид... Отлично. Я как сердечно благодарю. На эти деньги я удвою свои запасы. Да-да-да. Если понадобится что-то еще, только попроси. Обязательно попрошу. Даже не сомневайся. Совсем нет чеснока. И тебе доброго дня, друг. До встречи. Дальше мы разберем. Иди свои. Иду, иду. Сюда. Поехали лошадь вдоль дороги. В смысле вдоль речки? Вот за это я не люблю предел. Нельзя напрямую проехать.
все еще дракон летает. Так. Аккуратнее, лошадь. Не до него сейчас. Ну ты знаешь, что нужно делать. Давай, топи. Я верю в тебя. Нет ничего невозможного. Черт. Или есть? О! Аккуратнее же. Объезд был чуть дальше, но... Объезд это для слабых духом. Знаменитая горная лошадь из Скайрима. А могут в любой ситуации. Все пригодится, что я там тут напокупал. Давай парочку. Давай даже три. Даже четыре. Берсерка. Зелье. Сапоги с резистом к электричеству. Уходи, чужа. Мы стоим у гроба. Сейчас я уже... Ты принеси мне их. Но осторожно, смертный. Их сторожат. Служники Хевнарага. Они не...
Не помню, чем любит Хевнорак баловаться. Вроде как молнией. Совсем забыл. Конечно же, похлебку и парку. Сам себя победил. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой дружный прием. Отступаем. Давай крикни что-нибудь, и мы подеремся. Передумал, да? Впечатляющее начало, однако. Ладно, давай, припарка, действуй. Сначала с тобой. Хорош там. Ждем, пока у него откатит. Интересно, я его с ног собью? У него стрелы быстрее закончатся, чем... Был бы у меня лук, я бы тебя затроллил сейчас. Пойми же стрелами обратно. Что, закончились? Прямо тебе скажу, лучник из тебя так себе. Ну кричи уже! То знаю я тебя. Сейчас спущусь и... Ну вот. Я его сбил. Стоило, наверное, под бесплотностью бежать лучше. Так, ну, пауканы мне не интересны там. Хотя из-за них я не смогу остановиться сейчас с помощью припарки. В то же время пауки могут и ваншотнуть. Придется пить. А я не взял эликсиры защиты от яда, да? Вот я не очень. Ладно, тогда не пойду вообще никуда.
Так, вот с ловушками нужно быть аккуратнее. Сказал я и наступил где-то на что-то. Ваншотнут ведь на раз. В смысле, даже понять не успею, что случилось. Отличное направление для крика. У меня тоже иногда такое бывает. Мне вот только интересно, откуда ты? Халкин Драугр. Хотя ты можешь быть только из Реквиема, больше тебя. Неоткуда вылазить. Восстановиться, я думаю. С одной ручкой. Вот этот уже поопаснее, товарищ. Да что ж вы все понабрали до себе топоров? Не хочу разгоняться. А разгон может закончиться тем, что я не сбиваю его с ног. Не ваншотаю, а мне прилетает этой секирой и все. До свидания. Понятно. Плохо давно не играть в Skyrim. Уже не помнишь всех подземелий. Что, как, где. В первую очередь не помнишь ловушек. Вот это больше всего меня напрягает. Даже вот ходить, честно, вот не хочется никуда. Лишний раз. Радует, что осталось не так уж и много. Аккуратнее же. Черт. Словил приход. Причем в двойном размере. Ориентироваться. И ничего ценного, увы и ах. Этого сразу. Долго-то думал.
Так. От души. Надо все-таки чуть поаккуратнее. Это может плохо закончиться. Такие раши. Так, восстановиться при... Понятно, восстановился. Ну, этот совсем не опасен. Вот это уже хуже. Но иногда действовать быстро очень полезно. Так, надо бы подвосстановиться. Целебные припарки. Так, еще чуть-чуть. Ну вот. Это тот паукан опасен. Есть у меня некоторое подозрение, что он может меня ваншотнуть. Ну и тут, конечно, молоток будет поперспективней. Ладно, подождем отката. Хитро умер, что я тебя даже осмотреть не могу. Так, что там? Дракон, птица, волк. Черт, и все с двуручниками самое, что грустное.
Ловите подачу. Блин. Крайне же неудобная. Да, конечно. Выбил оружие. К этим? Может, сейчас у них откатят крики. Вот этот и десантник. Были бы они с одноручьями, можно было попробовать их как-нибудь посбивать, что ли. Где там второй? Все, один уже не страшен. Подозреваю, что это были не все. Хотя нет, вроде все. Собрано. Чертово бревно. Тебе удалось прижать в сосудах. Хорошо. Когда ты это сделаешь, я выпущу его. Он проснется ослабленным, но все равно он опасный противник. Приготовься. Да, я догадываюсь. Ну... Как известно, драконьи жрецы не особо пушками махают. Поэтому броня здесь точно лишняя. Надеваем сапоги. Какая все-таки бесполезность мне падает с сундуков. Это просто... Просто жесть. Пожалуй, выпью все. Пожадничать или не пожадничать? Пожадничать. И даже живица сонного дерева. Только с нее приход. Я не помню, как с ней. Вроде
Ну ладно. Нормально. Пойдет. Да. Быть может, мне поможет все-таки молот теодрический. Те, что-то у меня сомнения какие-то на этот счет. Можно пока бафы все совсем не спали. Там на себя броню магическую накинул, вот это самое грустное. Драконик жрецов. Меч не самое эффективное оружие. Хотя нет, эффективное, просто это магическая броня. И таки да, пользовался он все-таки молниями. Хевнорак ситуативный. На каких-нибудь пауканов ходить. Лошадь, кому расскажу, не поверят. Что там сейчас было? Так, как бы быстрее это сделать? Добраться до Маркарта. Через Зурачью крепость. Интересно. А, он не меня, наверное, хотел убить, но...
дешевле. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчалим. Давай, топим имперский город. Да, такую луну можно долго смотреть. Красиво. Знаете, иногда нужно просто остановиться и... Говорят, стража рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое обосновались в старом форте возле Рифтона. В общем, он... Не стоит к ним пойти, а? Такой момент испортил, а? У тебя. Хотел немного пофилософствовать, а тут... со своей стражей рассвета. Черт. Да, память точно уже не та. Ну ничего. Бегать, говорят, полезно. Особенно для развития памяти. Да, именно этот артефакт мне и нужен. Остался в лошади. Давно этот квест висит, но настало время его закрыть.
Здравствуйте. Упал и умер. Было бы забавно теперь умереть от паучков. Серьезно. Постой! Не... Может... И... Ладно! Но ведь это просто... Но только... Но... А если нет... В это... И... Ты сперва найдешь... Да ну! Да... Ваба-Джек! А? А? Застал тебя врасплох, да? Конечно. Никто не ожидал такого. О, это груз. Поворота. Пелагий боялся и ненавидел столько всего. Ух! А сюда. Начинается. Ну вот. Он не видел самого. Отлично проделано. Пелагий наконец-то готов полюбить себя, не прекратив ненавидеть всех остальных. А, отличный выбор! Ну, для меня. По-моему, крайне забавно, когда все они гоняются за тобой. Для тебя это может... Маша Пелагия была, ну, скажем так, особенной. Хотя, думаю, по большому счету, для септимов она была довольно обыкновенной. Эта женщина разила страхом, как ножом. Или размахивала ножом, нагоняя на людей страх. Никогда не мог как следует понять. Да, но сына она хранила. Любой момент! Все, что нужно сделать, найти что-то, что сможет пробудить меня в страхе. Ты увидишь, что его страхи отогнать легко, но ненадолго. Для тебя Пелагий с детства страдал ночными кошмарами. Ха-ха! Я думал, ты никогда не догадаешься. Когда угроза исчезнет, Пелагием завладеет... Нет, ну обязательно. Но это не... Так что... Я могу и передумать. Что ж, есть от чего радоваться. Пока Пелагий на коне и в седле... Ты движешься к цели. Мы оба совсем скоро будем дома.
Пелагий Септим III, бывший безумный император Тамриэля, теперь в таком тоскливо здравом уме. Я всегда знал, что он и это может. Ну, я думаю, пора на дрожащие острова. Я с ума схожу, стоит лишь представить, какие беды может навлечь на себя Хаскил в мое отсутствие. Ну-ка, проверим, я ничего не забыл. Одежда? Есть. Борода? Есть. Багаж? Багаж! Куда я дел багаж? Качай! Ты призвал меня назад! Значит, мы направляемся домой? О, счастливые времена! Жду не дождусь! Да-да, хватит уже восторгов. Пошлем-ка тебя вперед, ладно? А что за тебя, мой маленький смертный приспешник? Ты можешь оставить себе Баба Джека как знак моей... да просто забери эту гадость. А теперь бывай. И если как-нибудь забредешь в Нюшеот, загляни на огонек. Угощу тебя клубничным тортом. Хе-хе-хе. Та-дам! Нравится он мне. Так легко и свободно, без брони. Прям летящая походка появляется. Славный выдался поход. И на этом все. До новых встреч.